Здесь проход на паркплац, а там въезд с той стороны. Надо уже там возвращаться. Вот. А паркинг там. Там паркуется машина. Могу посмотреть. У-у. Такой туннель. Человек идет. Здесь приезжаете, машинка там паркуется. Вес только для хотела выпустить там. Ага. Тоже красиво. Тоже светофор. Ага, здесь паркплац. Туда по светофору выезд. Круто, шканка. Вот здесь бываю, там ходит наверху поезд. 49 какой-то. Снова выйду сюда. Если поезд будет идти, там будет такой звук. Ой, посмотрим, что сегодня будет. За праздник тут. Ну, затем это так. Людей нету, можно поснимать красиво. Здесь нравится, водичка течет. Как бы такая вот. Для нее можно посидеть, да? Цветничок. Что-то летает. Цветы, цветы, цветы. Я еще там не выйду. Или выйду. Выйду сюда. Бекония. Георгин, фуксия. Вот он, поезд пошел. Угу, успела. Там ходит, наверное, каждый час. 1-2 вагона. Вот. Что насыпи. По той насыпи. Что-то тут везде светофоры. На простых дорожках. Вот, осторожно, семафор. А там въезд запрещен. Где он будет стоять? Ну-ну. Кого будет пропускать? Будет на ту машину. Это парк, в котором я шла. Там водичку можно пить. В том здании. Потом еще приду. Эх, у нас еще там вниз. Не пришло никто. Организаторов нет. Мы приехали рано, чтобы смогли проехать про отель, который мы там фоткали. Ага, они ждут свет, чтобы проехать вот на ту дорогу. А скорость потом 20 км в час. Круто. Угу. Это закрыто все. Будет праздник. Вот такое озеро. Не знаю, где серый. Там что-то выложил немножко. Ага. Не поснимала. Такой красивый парк. Начинают вылазить люди с санатория. Это такой пятачок. С обоих сторон Чехии. Ну, это кусочек Германии. Почти нет работы здесь у людей. И они... Так вот.